Привет, папочка! Сэм, сколько раз я говорил тебе избавиться от этой бесполезной штуки? Почему бы тебе не играть на чем-то более зловещем, типа скрипки? Она лучше подойдет. Это явно твое, папа. Сэм, я же сказал. Эй, папа, нет! Верни обратно! Папа, зачем ты это сделал? Потому что ты не научишься быть грозным демоном, играя на этой глупой штуке. Даниэль, сынок? Что? Почему бы не дать скрипке шанс? Я просто хочу научить тебя злому поведению.